Здравствуйте, друзья! С вами Павел, как обычно. Вот у нас на обзоре очередная посылочка небольшая. Вот, давайте раскроем, посмотрим, что это. Так. Это у нас переходник HDMI на... Точнее, мини-HDMI на HDMI. Вот, я его в свое время заказал. Для чего? Вот, у меня как бы сам HDMI есть, кабель, да, а вот мини-HDMI нету. Ну и, следовательно, зачем как бы что-то придумывать, покупать очередной кабель мини-HDMI на HDMI, и решил заказать вот такую вот штучку. Вот, для чего она нужна? Ну вот, допустим, Xiaomi Yu, да, вот, экшн-камера, я ее вот как бы, у нее есть режим такой по HDMI как бы на монитор показывает, что она как бы снимает. Вот, я его заказал, еще этот переходник, для того чтобы делать фокусировку на камере. Это как бы очень удобно, да, потому что видишь на экране как четкое изображение нету. Вот. Есть множество видео, как делать фокусировку камеры. Вот. Я как бы попробовал, разобрал камеру, покрутил, но клей не смог отодрать. Вот. А поэтому не докрутил до конца. Но вот дождался теперь переходника. Думаю теперь разобрать камеру и покрутить нормально, дабы настроить фокус. Вот. То есть сам вот переходничок, сейчас попробуем. Вот, вставляется нормально. Вот сюда HDMI на монитор или на телевизор. Ну и, собственно, отфокусировать камеру можно будет попробовать. Вот. В принципе, если у вас есть экшн-камера, я думаю, эта штучка вам нужна, да, для как бы фокусировки. Ну и для того, чтобы для трансляции видео. Вот. Ну и все-таки всякие переходнички, они всегда полезны. Вот. Ну что ж, на этом, я думаю, обзор закончен. Вот. Кому понравилось, ставьте лайки. Вот. Подписывайтесь на канал. Вот. Ну все, всем всего доброго. Пока-пока.